Вот такая тут зелень есть. Тут очень-очень зелено в этом куплено. Там бассейн большой. Такая аллейка тут есть. Вот здесь даже на воздушном шаре можно подняться. Вот, тут огромный такой ангарище. Ну, понятно, для дирижаблей. И вон туда, вон, дорога далее. Так ты снял на это. Вот ну... это еще тропиканская выспа. И вот, пожалуйста, вот здесь вот такая ресторан. Там вот этот дом. В нем можно снимать комнату и жить сколько угодно. Только платить надо и 20 евро за ночь, кажется. Это очень дорого. Вот здесь воздушный шар. На воздушном шаре можно подниматься на 55 метров, да. И так далее. Какое-то дальше. Пали. Вот тут такие рыбы даже плавают огромные. Вот тут самые вот в таком маленьком, где люди могут сидеть и наслаждаться рыбами. Только есть их нельзя. Для красоты тут такие. Очень красивые. Вот это такая лагуна здесь. Да. Тут вот джакузи, все есть. Там еще дальше такой же, там разные джакузи и очень-очень много интересного. Вот такое там. Красота. Если панораму сделать. Вот тут такие домики есть. Вот можно снимать и жить. Сейчас уже вечер. Все красиво подсветлено. Да. Такие приличные вот здесь раздевалки. Все распределено вот здесь. Все по номерам. 8181. И вот специальные часы на территории этого, на территории бассейна не надо платить, только платишь этим. Сюда максимальное набивается 150 евро. Вместо денег прикладывается вот так, это к кассе и пробивается, а на входе с себя снимают уже эти деньги. И вот здесь вот этот значок, это тоже, вот у тебя написано на номере то, что вот у меня 1021, если вот здесь написано 1021, вот здесь прикладываю и шкафчик открывается, так же и закрываю. Тут такие зеркала есть и раздевалки вот тут очень такие приличные, сиденьем, зеркальцем, такое вот это интересное. Да, вот такие, вот такое большое сооружение, вот это огромнейший этот ангар большой такой. О. А там в лесу заброшенные ангары самолетов. Там можно пройтись. Не знаю. И там ангары в лесу находятся заброшенные. Это очень интересно. Ну да. Домой уже. Еду и это. Чикис такой. Но, вот так. Вот такие сооружения большие. О. Огромный ангар еще. Да. Для безопасности, знаешь? Państwo, bardzo proszę też pamiętać o pasach bezpieczeństwa. А где? Odpowiedzi są pod numerem 1144. А я обязан. Кто хочет? Полнолуние сегодня. Вот бывшая взлетно-посадочная полоса. Сейчас здесь большой Антон взлетал советский, когда базу закрыли. Выезжаем с этой территории. Да? Огромный. Тропика Исланд. Вот такой большой.